Коран – это откровение Всевышнего Господа. Все феномены, которые мы рассмотрели в этих фильмах, показывают нам очевидную истину. В колоссальном тексте священного Корана нет ни одного противоречия. Более того, все знания, ниспосланные в нем, с каждым новым этапом развития человечества раскрываются в новом свете. Ни одно из сообщаемых в Коране множество научных, исторических или математических феноменов этой книги не могло быть известно кому-либо из людей в период его ниспослания. Многие из фактов Корана открылись науке и стали доступны пониманию ученых лишь в течение последнего 20 века. Многие факты и сейчас еще остаются непознанными нами. Вне сомнения, подобное положение является ясным доказательством того, что Коран не мог быть написан кем-либо из людей. Коран – это откровение Всевышнего Творца, Создателя всего сущего, Всевышнего Аллаха. И смысл его оберегается Господом в неизменном виде со дня его ниспослания 14 веков назад. «Скажи, и если бы все люди и джинны собрались вместе, чтобы создать подобное Корану, и даже если одни из них помогали другим, они не смогут создать ничего подобного ему». Священный Коран есть слово Аллаха, Господа всех миров, сотворившего все из небытия и охватившего все сущее своим могуществом и знанием. Нам надлежит лишь принять и следовать божественным предписаниям и уверовать в откровение этой книги, которую Аллах даровал людям как наставление и руководство в жизни, ибо так повелевает нам Господь. И эта книга, которую мы ниспослали, благословенна. Так следуйте же ей и будьте богобоязненны, и, может быть, вы обретете спасение.